там обычно говорит, ну что ты ему все позволяешь? А что я ему должен все запрещать? Слушайте, вообще неправильно стоит вопрос. Да? Это он очень примитивно стоит. Надо понимать, что авторитет, да, это не насилие. Да? Вот вы сами, для вас кто обладает авторитетом? Вот представьте себе людей, которые обладают авторитетом. Вот много среди них, кто демонстрирует насилие. Нет, для вас авторитет – это человек, который знает, что он делает, да, у которого есть понимание как бы сути вещей, который, наоборот, открыт, расположен, да, который готов поддержать, который, но при этом он же поддерживает не все, что попало, он поддерживает то, что хорошо, то, что может привести к нужному результату и так далее. А ребенок очень нуждается в том, чтобы его держали в режиме, ну, просто в графике дня, да, чтобы был порядок, последовательность действий. Да. Когда мы его ограничиваем, мы ему не мешаем, мы ему помогаем. Но если мы ему запрещаем, это уже проблема.